Меня зовут Балашова Алла Сергеевна. Это Я Кременчук Микола Степанович. Вчера, 30 марта в 22:40, мы воспользовались службой такси 65-65-65. Вызывала такси со своего мобильного телефона на свой абонент 15:42. Вот. И когда приехал таксист, мы поехали от «Солнышка», который находится в парке 503-ча Хмельницкому, в магазин «Сельпо» по Шевченко, купили продуктов, возможно, минут 10 Коля ходил в магазине. Вот. После этого поехали на дачу на Лезнево. Вот. И таксист сразу был недоволен, что была вызвана льготная поездка, что мы долго ходили в Сельпо, потом он проехал поворот, он был недоволен, что надо ехать на дачный массив. Вот, после этого, когда он нас привез, мы попросили, чтобы он подвез к самому дому, потому что было темно и ничего не видно. Он подвез нас к дому, и я вышла с такси, чтобы открывать дом. Коля остался в машине рассчитываться. Да, після того, як Алла відійшла від машини, я вийшов з машини і розрахувався з таксистом. Ну, він сказав суму 35 гривень. Я сказав, що ну, вибач, ну, 35 гривень за таку дорогу – це багато. 30 гривень – це красна ціна. І витягнув з кармана 50 гривень, дав йому. Він дав мені здачу 20 гривень. Я розвернувся, ніяких претензій більш до нього не було. Тобто я не предоставляв ніяких претензій. Розвернувся і йти. Я відійшов десь на метрів два, і він відгукнув мене, що «Ей, мужик!» Я розвертаюся, і він вибіг на мене з біту, я не побачив, що в нього в руках було. Ну, він зразу ж вдарив мене в лице, я впав, втратив свідомість, і почнувся, що він, я почувствую, що він ще мене б'є. Я, ну, звісно, почав вставати з землі, він в той час зіскочив з мене і сів в машину, і почав, я почув, як він по рації визивав своїх, ну, по рації визивав таксістів на допомогу. Він сказав, що приїжджайте, на мене напали. Я підійшов спереді машини і спитався, що тобі зробилося, чого ти так, що так поступив. Для чого ти визиваєш? Ніхто ж на тебе не нападав. Розплатились, все нормально. І тут почали вже з'їжджатися таксісти. Вони навіть не запитали і не розібралися, в чому справа. Да, когда я увидела, что его бьют, я вообще не поняла, что происходит, потому что, ну, я не ожидала такого развития событий. И после этого начали, когда он сел уже в машину, начал вызывать, как он сказал, на помощь, хотя помощь была нужна нам, а не ему. И начали съезжаться таксисты, я начала звонить в милицию. То есть я со своего мобильного два раза вызывала милицию. Потом начали съезжаться таксисты, машина за машиной, их было очень много. Кто-то подошел, и где-то их было человек 20 как минимум, то есть может больше, может 2-3 меньше, то есть я не могу точно сказать, какая была цифра. Вот, и они подошли к Коле, взяли его, ударили в бок шокером, он потерял сознание, упал на пол, и подбежала куча людей, и начали его лупить ногами со всех сторон. И я подошла к нему и просто растолкала их, легла на него сверху, потому что я видела, что реально его сейчас убьют. Вот, и меня тоже начали бить ногами, разбили мне голову. Начала течь кровь, то есть крови было огромное количество. Вот, и продолжай. Давай, тоді, коли тебе вдарили по голові, Аллу вдарили по голові, вона втратила свідомість. І деякий час вона лежала без свідомості. Її ходили таксісти, штовхали, що ти притворяєшся, давай вставай. Ну, вона дійсно була без свідомості. Вот, и
Потом буквально сразу приехала милиция, это, ну, может быть, через 10 минут, как приехали таксисты, и они стояли на это все, смотрели, они абсолютно не было попыток этого всего, скажем, остановить. Они нас все окружили, и каждый подходил и бил то ногами, то руками, то по голове, то оскорбляли. То есть очень много было оскорблений, говорили, что хотели изнасиловать, то есть чтобы порадоваться, потишитесь и тому подобное. То есть я очень боялась, что еще может дойти до этого, потому что действительно не было никаких, ну вообще никакой Захисту защиты. у нас не То было, есть нет. стояла милиция, светили нам в глаза фонарями, и они стояли вместе со всеми таксистами, которые нас били. Ну, все это остановилось только тогда, когда приехала скорая. Это приблизительно где-то через час, как мы приехали туда, как таксист начал вызывать подмогу. Вот. И когда приехала уже скорая, тогда милиция к нам подошла, начала брать у нас показания уже в скорой помощи. До этого они просто ходили вокруг да около, разговаривали между собой, просто над нами издевались, потому что говорили, что льготные поездки, мы начнем вас вообще всех льготников вывозить и тому подобное. То есть люди просто издевались над нами. И действительно очень как бы неприятно. Мы подали заявление в милицию и хотим разобраться, чтобы справедливость действительно восторжествовала.